второе место по росту зарплаты среди муниципалитетов. Об этом и других показателях социально-экономического развития Порецкого района за первое полугодие говорили сегодня на совещании. Один из главных оценочных критериев – исполнение бюджета. К концу первого полугодия он исполнен на 121 миллион рублей, что выше уровня прошлого года на 19%. Основная доля расходов – образование и культура. Агропромышленный комплекс – основная составляющая экономики района. В этой отрасли реализуется немало инвестиционных проектов. Один из них – агропарк «Чувашия-Сычуань». Первый этап завершится в 2021 году. Порядка 800 миллионов уже сегодня вложено в устав данного предприятия. Предприятие все свои обязательства, которые наметило в предыдущие годы, сейчас планово реализовывает. Поэтому здесь, с учетом того, что сегодня показатель инвестиций получает оценку на уровне Российской Федерации, вы делаете важное дело. Важное дело не только для района, но и для республики в целом. Программа развития общественной инфраструктуры и инициативного бюджетирования открывают пространство для творчества. Сельские территории приобретают современный облик. А вот с реализацией нацпроектов району необходимо ускориться. Через реализацию данных проектов дается оценка развитию территории, кабинету министров, главе республики. Поэтому здесь наша совместная работа должна носить с вами эффективный характер. На совещании обозначили и проблемы. Разрушаются берега Суры, выходит из строя ряд автомобильных дорог, нет освещения трассы Чебоксары-Сурская в селе Кудиха и Раздольная. Для решения этих вопросов потребуется помощь властей республики.